Ашура ушиита в день поминовения имама Хусейна, павшего мученической смертью в 680 году в Кербеле. Траурные церемонии проводятся в целом ряде стран, где есть сообщество мусульман-шиитов. Кербела в Ираке – их основное место паломничества. В день Ашура мусульмане-шииты по всему миру поминают внука пророка Мухаммеда имама Хусейна, павшего в 680 году в битве при Кербеле. Битва при Кербеле – сражение, произошедшее между отрядом внука пророка Мухаммеда Хусейна ибн Али и силами халифа Езида. Причиной битвы послужил отказ Хусейна принести Езиду клятву верности. Напряженность в отношениях между шиитами и суннитами сохранилась сквозь века. С тех пор шииты и сунниты не прекращали борьбу за влияние на Ближнем Востоке. В современном Ираке с его шиитским большинством часто гремят взрывы, которые устраивают сунниты.